меня палатка коммерческая своя, хлебная, в городе Пушкино. Бандиты на меня наехали. Я сказал, все, нафиг, не хочу я никаких там торговли заниматься, коммерцией. Хотел я быть дизайнером. Настал кризис 98 года, и захотелось мне свою контору открыть. Я купил себе сканер, компьютер за $300 и снял угол в офисе. Обделял себя. Одного сотрудника нанял, второго, третьего. Пошло-поехало. И, в общем, докатился сейчас до того, что вот сотрудников человек 20, оборудование куча. Ну, так работаем. Я могу всех уволить и делать все один. Устаю морально. То есть я физически практически не устаю, потому что что там, ну, все автоматы делают, автоматизировано все туда-сюда. Там. А психологически стоишь, потому что и клиенты там звонят, и, я еще раз говорю, ответственность высокая. То есть там аренда приходит, арендаторы там меня конопатят, там пожарники, а потом еще домой. В общем, полный набор. Всегда нужна какая-то стряска, наверное, что ли. Ну, вот я пошел заниматься танцами, и рутина прекратилась на работе. Приходишь на танцы, там, да и вообще куда там, что там. О работе вообще не думаешь, уже забываешь. Это и помогает. И отвлекает. Так что, если бы не танцы... Но на самом деле меня цеплял не сам брейкинг, а именно музыка фанка. Фанк – течение афроамериканской музыки, появившейся в 60-х годах. Основоположниками являлись Джеймс Браун и Джордж Клинтон. Фанк является танцевальной музыкой. Этому течению характерны синкопированность партий, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Потом уже, когда там интернет более-менее появился, начал уже понимать, что это локинг. И все, в общем-то, от фанка к локингу. Локинг, или кэмбо-локинг, как его еще называют, это форма танцевального искусства, включающая импровизационные позиции, называемые замками – локс. Созданная Доном Кэмпбеллом в ночных клубах Лос-Анджелеса в начале 70-х годов. Этот танец и его субкультура быстро вошли в моду и довольно скоро стали гвоздем программы нового танцевального телешоу под названием Soul Train. Хочу развеять такое убеждение, что локинг — это такой забавный клоунский стиль. Как бы это не так, потому что это все сделало телевидение. Это был стиль. Такой, чтобы кадрить девчонок, то есть такой, эй, немножко гэнгста, немножко такой мачо. Ну, во-первых, ну, танец дает какую-то уверенность, скажем так, в общении. И некий бонус во всем, там, скажем, даже приходишь в клуб, ну, сможешь там танцует народ. Ну, ладно, окей, сейчас мы зарядим, покажем. Но он в целом, да, построен на импровизации, просто у него особенные ритмические рисунки. Собственно, чтобы гармонично смотреться, нужно тоже быть, как и музыка, весь в синкопах. То, что у тебя есть в душе, ты это танцуешь, тут не надо никаких там навыков, движений иметь, тут ты просто двигаешься под этот ритм, и все как можешь. Есть музыка и есть танец. Если это идет изнутри, от души, да, как у нас говорится, то как бы это все правильно. Воспитываю вот уверенность именно в этом направлении. Каждый индивидуален, потому что с самого начала воспитывается эта вот индивидуальность, зерно вкладывается, что вы делаете, как вы хотите. Но сначала нужно выучить, как надо. Ну да, хип-хоп стиль, скажем,
Нельзя сказать локинг стиль жизни. Да, хип-хоп — это просто вот такое вот состояние, скажем так. Я вот хожу, там штаны у меня такие, куртка, там шапка какая-то, там бейсболка. Мама, папа говорят, как ты так можешь ходить, купи себе наконец-то костюм нормальный и так далее. Я даже, когда женился, у меня не было, я не был в костюме, как вот классический, там, я не знаю. У меня были там кроссовки, джинсы, рубашка, там все такая была, пати. Родители говорят, нет, мы такой не можем смотреть на эту свадьбу, вы как бомжи, в общем. Это некая неформальность, да, потому что штамповки эти, ну, блин. Ну, кому-то нормально, ну, я это не хотел и так сделал, как я хотел, вот все. Друзей много моего возраста, и они вообще не понимают, что я с ума сошел, что ли, Артем, пошел танцевать какой-то там. Локинг. У меня родственники потом уж, конечно, в итоге, через полтора года узнали, что все-таки я танцую. Я сначала не понимали, что я танцую, они думали, что я хожу на бальный или там сальсу какую-то в этом роде. Но когда вынужден был показать видео, да, там, не свое там, а вообще, скажем, нормальное, то есть они поняли, что это такое, сказали, это вообще куриные петушины какие-то вы там, что делаете, это, что это за танец, вот у нас были танцы. Я ничего не отвечаю, лучше промолчать, живее будешь. Я скажу, что я даже изменился, скажем, в лучшую сторону. С другой стороны, сейчас смотришь на, уже на мир, так скажем. Есть стремление, но опять-таки я считаю так, что это дэнс, это не спорт. Я просто танцую.